Недавно в школе у моей дочери вскрыли капсулу, которую закладывали при строительстве школы 50 лет назад. И вот она мне сфотографировала и принесла это письмо. Конечно, это читать одно удовольствие. Там, естественно, дорогие товарищи, ну как, ну тут уже даже не может быть никаких господ. Мы вам очень завидуем. Вы живете в развитом коммунизме. Ну как, через 50-то лет уже точно сказали, ваше поколение будет жить при коммунизме, а тут 50 лет прошло. И там присутствовали двое из тех, кто закладывал. Но они не веселые были такие, не очень как-то. Да, и я вот под впечатлением этого события написал песню о том нашем новогоднем детстве и радостях. Жили по-разному, вроде бы просто. В каждом подъезде песни витали, и по-весеннему свежестью острой в память навечно вонзились детали. Только детали и запахи детства словно осколки по ржавчине стали. От ностальгии нам некуда деться. В жизни оставшиеся кем бы ни стали, но детство, как рай, излучает из глаз чувства волнующие. Ведь в нашем прошлом было у нас блестящее будущее. Ведь в нашем прошлом было у нас блестящее будущее. Мы не заставшие войн и бомбежек, как уцелевшие после цунами, и как в комок не свернувшийся ежик. Мы не убиты ночными звонками, но детство, как рай, излучает из глаз чувства волнующие. Ведь в нашем прошлом было у нас блестящее будущее. Ведь в нашем прошлом было у нас блестящее будущее. Пахнут смятением первым капели, мы поколение не хором запевших, словно забытые на карусели. Мы поколение дров оцеревших, но детство, как рай, излучает из глаз чувства волнующие. Ведь в нашем прошлом было у нас блестящее будущее. Ведь в нашем прошлом было у нас блестящее будущее.